15-го года. Ой, я мэр. Каза. 15-го года. 15-го года. Ей. Отжимаем. Северо-западный инкубатор. Нет, близко. Близко. Чего? К идеалу, конечно. К идеалу. Не, ну че, че, хорошо, хорошо. Близко, значит, уже. Да. Там не столько ритмическое нарушение, сколько затянутое.
Там не очень заметно. Ос? Ос-ос. Нет, ну такого не было. Нет, нет, нет. Было. Вот такого резкого, не было. Ну, она утрирована, объяснила. Там, может, чуть поменьше, но... Да, ну... Вот я говорю, такого утрированного не было. Ос. А вопрос... Ос. Хорошо, короче. Значит, вот судьи обратили внимание на то, что есть неточности в ритмике, в расположении движений рук, головы, координации вот этих вот разных частей тела. На это надо обратить внимание. Вот, все остальное было, в принципе, неплохо. Я бы обратил внимание вот на что. Вот когда мы говорим о мастерстве, должна работать боевая машина. Живот у тебя не очень работает. Вот здесь вот ноги опускные, живот не сработал ровно. Поэтому и бедра болтались на всех этих делах. Поворотов, понимаешь? То есть ты текст стараешься правильно сделать. Вот, но в целом это хорошая оценка, где-то плюс